Что тебе не устраивает в одноклассниках? Да то, что из гостей прихожу голодная и трезвая. Ты почему пищишь после того, как пьешь таблетки? Так в инструкции же написано, после приема пищи, Надо завязывать с интернетом, подумала я. После того, как Коля... Мой сын ответил на вопрос о том, какой хобби у твоей мамы, он ответил, пишет статус и у одноклассников и ржет. Утром надо быть особенно осторожным. Одно неловкое движение, и ты снова спишь. У Матрёны муж не пьет, не бьет, не врет и не гуляет. Да уж, совсем обленился. Месяц назад устроилась работать детсад воспитательницей. Сегодня на автомате в маршрутке поправила сползающиеся брюки какому-то парню. Ехал сегодня в такси. Водитель был в прекрасном настроении. Он говорит, люблю свою работу, никто мне не указ. А я ему говорю, здесь налево. Спылила. Теперь сижу, молчу, жду, пока пыль осядет. Спросил у тайца, который продавал жареных кузнечиков, как они это едят. Он сказал, что они вообще не едят, их едят туристы. Сам он наворачивал рис из миски. Позвонила мужу, спрашиваю, ты меня сильно любишь? Отвечает. Покупай. Вот что значит настоящее супружеское взаимопонимание. Подписываемся.